Вот холера, сапоги промокли. Еще одна дыра. Ты кто? Я тебя не обижу. Давай, осмотрю твои раны. Что-то ты не похож на бродячего жреца. Собака! Болит, даже когда говорю. Если б не доспех, я б на куски развалился. Я приведу помощь. Напрасный труд. Тут люди чужим дверей не открывают. Поищи лучше моего оруженосца. Моя последняя воля — намылить ему шею за то, что он сбежал от трупоедов. Я нашел его тело на берегу. Слушай, я приготовлю для тебя целительный эликсир. Он тебя, скорее всего, убьет, потому что ты не ведьмак, но тебе терять нечего. Все-таки есть шанс, что твой организм справится с токсинами в эликсире и начнет регенерацию. Лучше сдохнуть под забором, чем стать мутантом. Не станешь, не бойся. Лежи спокойно и не двигайся. Попробую поискать кое-какие травы. Мы неприятностей не хотим. Идите своей дорогой. Тут чужим дверей не открывают. Держи эликсир. Пей до дна и постарайся, чтобы не стошнило. Пей. Сразу ты не умер. Это хорошо, но еще ни о чем не говорит. Так что сиди тут и жди. Ты не мутант. Так что уйдешь ты отсюда только через пару дней. Спасибо, ведьмак. Благослови тебя, Крэви. Не было случая представиться. Я Геральт из Ривии. Болтон, с переправы.
Я собирался попытать силы на арене, но тут налетели трупоеды. Конь испугался и сбросил меня в полном доспехе. Я кое-как дополз до сюда. Собственно, вот и вся история. Может, и заказ из этого получится. Сомневаюсь. Объеденные останки не гниют, не смердят. Вот собака. Тела проигравших на арене скидывают с обрыва. Местных мертвые не интересуют. А вот трупоеды собираются сюда, как на пир. Выздоравливай, Болтон, с переправы. И прощай. Вот, возьми мое приглашение. Если хотя бы половина того, что говорится о ведьмаках, правда, ты на арене справишься. Спасибо, Болтон. Это я благодарю тебя. А теперь, Геральт из Ривии, если ты не имеешь ничего против, я хотел бы вздремнуть. Кто там колобродит в потьмах? Пошел отсюда, а то собак спущу. А с той стороны стены трупоеды. Так что если выбирать, лучше уж собаки. Шутник, да? Все вы весельчаки, а как на арену выходите, сразу охота шутить пропадает. Я не шучу. Я промок и устал. Впусти меня. Ага, вампир, значится. Не пущу внутрь кровопивца. Чтобы да, так нет. У меня тут угри с чесноком, так и знай, что на это скажешь. Можешь испытать меня угрями в чесноке, проточной водой и пивом тоже. Кто ж тебя разберет? Шляется зло по ночам, изводит порядочных людей. Так что будем ждать до утра, до петухов. Ежели не рассосешься, впущу. Мне что же, под стеной сидеть? Эй, ты там! Ушел. Поищу-ка я место для ночлега. Да тут еще сила нечистая. Петух уже пропел, и я себя отлично чувствую. Запах вот только... Приглашение есть? Есть. Ну, значит, проходи. Удачи на арене. Thank you.
Смердишь. Осторожно! Он стрелял!
Ну, шестерочки, идите к папочке. Вот холера. Так, а 20 аренов к дядюшке. Гляди-ка, проснулся. Рехнулся? Не входи туда. Да брось, он скован, что мне сделается? Правда, мастер Геральт? Еще бросай. Че? Кости не прокатились. Так я мухлюю? Ах ты сука! Гляди, снова проснулся. Убийца-чудовищ, мать твою, обычный выродок. А я слышал, что ведьмаки получаются из сирот, которых маги ловят. Ну и потом это... А говорят, в полнолуние чародеи с ведьмаками сношаются. Вот и зенки у них блудливые. Хватит! Отцепите его и в комнату дознаний. Ты не умер? Меня так просто не убьешь. Полагаю, нас не представили. Вернон Роше. Боюсь, не могу пожать тебе руки. И как я не подумал? Бьянка! Сними с него кандалы. Геральт из Ривии. Может, представишь нас? Нет нужды. Принеси нам выпить. Не сидеть же с пересохшей глоткой. Ты расскажешь мне все, что помнишь о штурме и о том, что случилось в монастыре. А если я откажусь? Тогда придется тебя бить. Я командую специальным отрядом короля достаточно давно. У меня рука набита. Ты ведьмак. Выдержишь долго. Будем надеяться. В худшем случае ты вернешься в подземелье. А завтра тебя публично выпотрошат, сдерут кожу и повесят. Просто так? Ни за что? За темерию. Почетно. С чего мне начинать? Ой, это был долгий день. Начни с самого важного. Для начала скажу, что в бой идти мне совершенно не хотелось. Но что поделать? Отказать Фольтесту было невозможно. Мастер-ведьмак, вы спите? Его Величество, король Темерии, Понтора, Махакама и Содана, сеньор-протектор Бруге призывает мастера Геральта к себе. Передай сейчас буду. Я извиняюсь, что в такую рань, но король... Мы поняли.
Удачного вам дня, госпожа, мастер-ведьмак. Глупая война. А все так хорошо начиналось. Ну, милый. Короли не ведут глупых войн. Сразу видно королевскую советницу. Может, передать пару советов нашему августейшему монарху? Скажи, чтобы не влюблялся, не плодил больше бастардов и не воевал попусту. Гениально. Ты понимаешь, что эти бастарды могут потребовать себе трон и устроить более глупую войну? И все-таки. Да-да. Фольтест и остальные короли Севера, может, и не блещут интеллектом и хорошими манерами. Но это короли, и других у нас нет. Ух, только поэтому я сейчас пойду к Фольтесту. Но когда замок возьмут, мы уедем. Тебе снова снилась дикая охота? Угу. Кажется, это очень важный сон. Но могу вспомнить только, как бегу через лес и дикую охоту. Я просыпаюсь, пытаюсь удержать сон. Вдруг в нем есть какая-то подсказка, какая-то зацепка, которая поможет вернуть мне память. Может быть. Сны обладают большой силой. Говорят, они могут изменить даже настоящее. Мало ли что говорят. Обычно на поверку все оказывается вздором. Поживем, увидим. Один разведчик видел дракона над рекой. Говорит, наткнулся на разъезд с Каэтаэль и уже приготовился умирать, но прилетел дракон. Эльфы пали ниц, и разведчик успел сбежать. Геральт, ты этому веришь? Кстати, насколько я помню, ведьмаки не охотятся на драконов. Разве что-нибудь изменилось? Нет. И понятно, что никакого дракона здесь нет. Это Велохвост, Ослиск или Виверна-переросток. Думаю, во всей этой истории правда только то, что разведчик наткнулся на эльфов и удрал. Что с неудачливым убийцей, как вскрытие? Кошмар! Ты убил его месяц назад? Потом эти дилетанты, люди короля, пытались вскрыть его сами. То, что мне привезли на телеге, трупом-то назвать сложно. Король хочет узнавать все из первых рук. Ты нашла что-нибудь? Лучше бы не находила. Мне не удалось установить его возраст. И он отлично видел в темноте. Его зрачки адаптировались к свету не хуже твоих. То есть убийца, который месяц назад прошел через все посты и едва не убил короля, был ведьмаком? Похоже на то. Я никому не говорила. Я понимаю, чем для тебя это может закончиться. Ты теперь защитник, телохранитель, королевский ведьмак. Только вот господская милость на пегой лошадке ездит. Пойду. Пора заняться похотливым королем и его войной. Я скоро подойду. Thank you.
Рад тебя видеть. Здорово, ведьмак. Нам твой меч сегодня ой как пригодится-то. Я сделал, что просили. Пришибил куролиска-то. Это здорово. Ну и как, тяжко было? Обычная ведьмачья работа. Как только с лавалетами закончим, я тут же тебе заплачу. Не пожалеешь. Лучше бы пораньше. Солдат на войне – ненадежное вложение капитала. Ты должен был разузнать, кто собрался убить Фольтеста. Так я уже гонцов разослал, а как же? И что? Тяжелое дело-то. Ты говорил, знаешь людей, которые могут помочь. Я-то до любого работяжки во всей Темерии докопаюсь. Заковыка в том, что убийца-то не местный. Уверен? Как в том, что тебя сейчас вижу. Ты должен был разузнать, кто собрал... Так я уж... И что? Тяжелое... Ты говорил... Я-то... Уверен? Как в том... Фольтест заканчивает осаду? Говорят, сегодня на штурм пойдем. Самое время. Я б лучше у охня посидел, чем горло-то подставлять. Ты с нами или нет? Хреначе-то эти самые требушенты. Ребята, на стенах каждого тяжелые парки наложили. Так они на битву. Смеялся. Давай гляди на говне, гляди-ка, мелкий, ведьмак идет, тот самый. Геральт из Ривии. Этот в амулетах понимает. Милдарь ведьмак. Мы знакомы? Старых друзей не признаешь. Мы же рубайлы из Кринга. Я потерял память. Ага, точно как Богольд после той охоты на золотого дракона. Так тот, как треснулся тыквой о камни, все только жрал и срал, даже баб не хотел. Мне кажется, это не амнезия. Я живодер. Этого зовут не щука, а это мелкий. Мы его ремеслу учим. Записались мы на войну, а то с чудищами последнее время нам не шибко везет. Так молодой Насбор вляпался в эту историю с закладом. Поможешь нам по старой дружбе? Было между нами, конечно, всякое. Ну да и кто старое помянет. Мы бы вас и так отпустили. И чародейку тоже. А чтобы насиловать, так это Богольд только припугнуть хотел. И в какую историю вы ввязались на этот раз? Это вопрос жизни и кучи денег. Мелкий поспорил с одним рыцарем, что сходит на штурм только в рубахе и кальсонах и останется жив. Камеру мы тогда пропустили, я не спорю. Но заклад — это заклад, дело чести. Солдатская честь не хуже рыцарской, понимаю. Это ты в точку. Мы идем в первой волне, так что будет горячо. Мелкий парень храбрый, но без огонька. Так что на всякий случай раздобыли мы такое чудо, чтобы, значит, охраняло. Потому как вещь сильно магическая. Может, ты глянешь опытным глазом? В чародействе-то ты всяко лучше нашего разбираешься. Ну, показывайте ваше чудо. Твой волчий медальон! Он двинулся! Он реагирует на магию. Значит, правду жрец говорил. Слышь, мелкий, теперь ты в безопасности. Обдерем рыцаря, как липку. Откуда у вас этот талисман? Ну, тут дело скользкое. Были мы вчера в патруле. Видим святилище. А там новенькие жрицы. Смазливые такие, улыбаются. Зашли мы, значит, к этим жрицам и так напатрулировали, что ух! Ну и в этом святилище Богольд нашел амулет. Кто знает, что у него сейчас в башке творится. Но проблески бывают. Эх, старый наш добрый Богольд. Он вообще силен, с одного удара любого поломит. Так вот, собрали мы амулет и пошли навстречу остальным дозорам. А дальше сплошные дивы начались. Сначала нарвались мы на белок, особо грызучих. Стрелы повсюду летали, а в нас ни одна не попала. Кроме нас только трое на ногах остались. А тут дракон, эльфы на колени, а мы давай бог ноги. И тут уж мы точно поняли, что этот амулет магический.
Он же не защитил святилище от вашего патруля. Это точно. Вот теперь сами не знаем, что и думать. В этой блестяшке, несомненно, есть магия. Но я не думаю, что она остановит меч или стрелу. Ах, мать! Так я и знал! Говорил же я тебе, баранья башка! Ладно, срали мы на слово чести. Мелкий, надевай железяки, будем рубиться, как наложено. Будь по-вашему. Эх, а могли бы дворяжку дочиста ободрать. Жалко. Если все хорошо пойдет, еще до заката будем пить вино. Слыхал новости? Половина седьмой роты животом мается после твоей вчерашней стряпни. Первый раз слышу. Много лет ты получит по заслугам. Так теперь, сука, будешь знать. Если такое еще раз случится, я тебя сам зарежу и в твоем же котле потушу. Только кто тебя, падаль, будет жрать? Лучше тебя свиньям скормить. Все жирнее будет. Плохо так хреначат, эти самые требуши. Вот насажу на вертел, попомнишь меня. Выше нос, ведьмак. Надери им задницы, Геральт. Как тебе прикажет туда идти? Ублюдки проклятые! Надери им задницы, слыхал новости? Половина седьмой роты животом мается после твоей вчерашней степни. Сука, такой был хороший парень. Дзыц, он пока не помер. Этот коновал ему точно не поможет. Разве что хуже и сделает. Болезни, значит, тебя не берут? Прикажет туда идти. Так того и гляди, на говне поскользнёшься. Я уж лучше на чужом говне поскользнусь, чем на своих потрохах. Неплохо так хреначат эти самые требушенты. Говорят, на самом севере живут дикари. Они на битву вообще в чём мать родила выходят. Мы намного сильнее их. У тебя и борты лома есть, амулет чародейский. Я просто знаю, что меня убьют. Вот дерьмо, не хочу нас... Эти самые требушенты. Ребята на стенах должно быть уже в портки наложили. Смеешься? А как тебе прикажут туда идти? Так того и гляди на говне поскольку. Значит, эти самые требушенты. Не разделяйте. Сперва не дадим ярости. А там различался маленький. Отвернуться. Ты часом не желаешь помочь нашему делу? А что за дело? Мы тут устроили фонд помощи ветеранам.
фонд? И кто-нибудь на это уже купился? Тут никто никого не обманывает. Все решает сила. Предлагаешь мне побороться? А почему нет? Скидываешься на кассу и пробуешь прижать мою лапу. Победишь, выигрыш твой. Если нет, извиняй. Все деньги уйдут в фонд ветеранов. Померяемся силой. Ух, спустим с них шкуру. Ну вот, силой тебя боги не обидели. Руби их! Здорово. Давно я не играл в кости. Такие вещи не забываются. Хочешь сыграть? Хорош. Деньги твои. Неплохо так хреначат эти самые трибушенты. Фольтост велел передать, что он тебе яйца оторвет, ежели ты к нему не поспешишь. Сказал сделать из них ведьмачий медальон. Ух, спустим с них шкуру! Замечательный день для битвы. Не бойся, твое превосходительство. Арбалетчики нас не достанут. Признаюсь, мой господин, что я не воин. Я предпочитаю скорее фехтовать пером и словом. Я выполняю роль посланца мира. Вздор! Ты эмиссар белого пламени, пляшущего на курганах врагов, императора Нильфгарда. Он железом и кровью захватил с дюжину королевств. Принеся им закон, культуру и, прежде всего, мир. Вот и ты, наконец-то. Предатели уже смолу на стенах варят, а вы с королевской советницей все забавляетесь. Чем могу быть полезен, государь? Сейчас будет штурм. Я хочу, чтобы ты был со мной. За мной, господа! Не заставляйте предателей ждать! Мне досягаемости. Это баллиста, твое превосходительство. Плечи усилены медными плитками, тетива из конского волоса. Болт летит даже на милю. Смертоносное оружие. И очень дорогое. Опытная прислуга стреляет до двух раз в минуту. Но и тут есть свои недостатки. Ваше Величество, извольте укрыться. Отдача от выстрела бывает настолько сильна, что разворачивает баллисту. Попасть дважды в одно место невозможно. Я не знал, что Ваше Величество разбирается в военной инженерии. Не разбираюсь. 2 года назад я подарил баллисты баронессе на день рождения. Государь. Что ты скажешь о людях, которые живут, несмотря на такие раны? А что вы скажете, государь, о солдатах, которые наносят такие раны? Те, кто это сделал, уже заплатили за все. Мастер Геральт, смею надеяться, у нас еще будет возможность поговорить, когда утихнет битва. Увы, посол, я собираюсь покинуть королевский двор как можно быстрее. И отчего так? Позвольте узнать. Меня здесь часто принимают не за того. Как звать, солдат? Погоди-ка.
Ты был со мной под Брянной и в Понтерской компании. Ха, Норман Садар, ты еще рядовой? Да, государь, что-то мне судьба не улыбнулась. Ха, Норман Садар, за доблестную и верную службу жалую тебе звание десятника. Пойдемте дальше, господа, нечего тут стоять. Ваше Величество, прошу простить мне смелость моего вопроса, но я вынужден его задать. Какая судьба ждет бастардов, когда... Это не бастарды! Это мои дети! Еще раз услышу бастард, кто-то об этом сильно пожалеет! Святейший государь, прошу простить, однако же законы наследования подразумевают необычайно четкую процедуру. Вкусно законы! Надо будет, поменяю! И я не позволю бунтарям использовать моих детей как знамя. Ваше Величество, вы абсолютно правы. Адда умерла, и других детей у меня нет. Понимаю. Разговор окончен. Ты можешь вернуться в шатер. Черные в моем лагере перед битвой. Куда мы катимся? Будь моя воля, отослал бы его в сморщенную башку императору Эмгеру. Но Трис Меригольд велела мне быть вежливым и терпеливым. Как по-твоему, у меня получилось? Не особенно. Превосходительство аж вспотел от страха. Но это останется между нами. Ты все шутишь. Разузнал что-нибудь о нашем убийце? Трис сделала вскрытие. Он мог быть ведьмаком. Вот холера. Что я сделал ведьмакам? Знаешь еще что-нибудь? Знака школы при нем нет, но это ничего не значит. Многие на твоем месте утаили бы такие сведения. Пускай Трис мне обо всем расскажет после битвы. А сейчас займемся предателями. Куда бьете, мазилы? Солдат, трубу! Что ж там делается? Ого! Это же граф Эчеверия! Держи, ведьмак! Бьем по тому с красным плюмажем! Полгода назад он клялся служить мне до конца жизни! Давай! Насколько поднимать? Полтора градуса. Готов. Одним предателем меньше. А теперь к бою. За мной, ведьмак. Ведьмак, я готов простить Луизу. Пускай только преклонит колени перед своим королем. Очень благородно. Все издеваешься. А, неважно. Я уверен, что Луиза поймет, что совершила ошибку. Кроме того, детям нужна мать. Что-то я потерял нить. Все просто. У нас с Луизой был небольшой разлад. Она хотела от меня того, чего я не мог ей дать. Понимаешь? Кажется, да. Сразу нашлись такие, как граф Эчеверия. Благородные, сочувствующие. Сказали, мол, злой король хочет отобрать детей, но мы их защитим, а при случае и на трон возведем. И баронесса позволила себя провести, как и любая другая мать. А эти только и думают, как бы ослабить корону и урвать привилегий. О, ты слез! Все по дружбе! Кимерскую корону был приказ руби ребята дальний. Здра!
Постойте, солдаты! Да здравствуй, король! 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 Так куда мы, братцы, направляемся? Стой! Так что нам, братцы, нужно? Победа! Да! Так держать! Внимание! Мы почти пришли! Оружие готовь! Идея с башней была просто великолепна. Она должна была сломить дух бунтовщиков. Толпа разодетых борчуков с помпой посетила штурм и пробежалась по стенам крепости. Только вот настоящая армия умирала на улицах под ними, по уши в крови и в дерьме. Если годы службы меня чему-то и научили, то только одному. Неважно, где ты, в бою или на балу, у тех, кто выше по праву рождения, всегда будут и лучшие места, и лучшее платье. Не нам менять этот мир, ведьмак. Рассказывай дальше. Поначалу все шло гладко, пока мы не нарвались на Ариана Лавалета. Сексон, пробейтесь к центру и займите ворота. Отличный день для драки, ваше величество! Со мной, господа! За Тимерию! Лорд Сван, вы и ваши люди, за мной! Надо достать Ариана Лавалета и сломить дух защитников крепости. Будет исполнено! Геральт, господа, за мной! Вперед! Со славой! Отступать к ядреной матери! Куда прете, как стадо баранов? Хорошо стоят, сукины дети! Если так и дальше пойдет, они перестреляют нас, как уток. Есть мысли, что делать? Баллиста нам поможет.